Так, всем привет! Сегодня у нас стирка на Samsung EcoBubble, то есть на инверторной машинке, вот, ну, которую вы уже помните, но некоторые, наверное, уже забыли. Вот. Стираю темное. Темного очень мало, как вы видите, совсем чуть-чуть. Здесь трое штанов и футболка. Вот. Мало белья, вот, поэтому поставлю, наверное, на быстро 15. Вот, хотя в машинке, вы знаете, уже шумит подшипник, но все равно на ней я иногда стираю, но стираю очень мало. Вот, чтобы не как бы не усугублять ситуацию. Вот. Стирать буду я вот таким вот гелем. Гель у меня Persil. Это уже, кстати, новый бутылек. То есть тот у меня уже кончился. Это уже новую купила мама, поэтому буду им стирать. Вот. Совсем немного налью. Потому что мало белья, много лить не надо, думаю. Вот, совсем чуть-чуть. Все. Чуть сюда попало, ничего страшного. Даже чуть-чуть меньше. Вот столько вот. И я сразу, наверное, в машинку колпачок туда положу, потому что все равно белья мало и геля тоже мало, поэтому добавлять в этот не хочу. Можно, в принципе, барабан. Сейчас вот куда-нибудь туда подальше суну. Ну, вот он, наш гель. Вот. И на финальном полоскании совсем-совсем чуть-чуть добавлю линора. Совсем чуть-чуть, чтобы для аромата. Хотя Persil тоже пахнет, но он как бы, когда его мало добавляешь, как бы аромата практически не остается на белье. Поэтому чуть-чуть линора добавлю для запаха. Включаю машиночку. 15 минут будет у нас быстрая стирка. Хотя не люблю я эту программу. Почему? Потому что, ну, без, во-первых, нету промежуточных отжимов. Это плоховато, как по мне, потому что вещи, особенно темные, стирать порошком, то они вообще плохо прополощатся. Вот. И плюс здесь как бы, ну, сам как бы, сама интенсивность стирки такая себе. То есть она не сильно интенсивно крутит. То есть вообще такая ужасная программа, но для такого количества белья, думаю, пойдет. Поэтому, ну, выставляю обязательно 40 градусов, чтобы как бы хотя бы она нагрела как-нибудь его. И дополнительное полоскание тоже обязательно, потому что здесь нету промежуточных отжимов. И как бы, чтобы все хорошо выполоскать, лучше поставить суперполоскание. Вот. Выставляю 400 оборотов, потому что подшипник там уже разбит. И как бы, конечно, чтобы, опять же таки, чтобы он не рассыпался, я лучше поберегу пока подшипник, потому что я ее все равно ремонтировать не буду. Если подшипник полностью разобьется, то эта машинка отправится либо в сервис, либо я ее продам, либо на помойку. Все, включаем. Вчера, кстати, снимал ремень на этой машинке. То есть снял ремень там, вот, для того, чтобы как бы... Так, подождите, сейчас надо же посмотреть. Там у меня просто воду отключал. Так, ну все, все вроде бы подключено. Вчера просто воду отключал здесь. Вот я снимал эту заднюю крышку, там ремень снимал. Вот. Для того, чтобы, ну, хотела посмотреть, как бы, чего она шелестит, вот, и все остальное. Ну, сейчас будет набирать воду. Все, машинка начала набирать воду. Сейчас прям она так резко, прям это, я же испугался. Ну, потому что я говорю, воду отключал же я, шланг откручивал. Набирается она сразу в основной тек, потому что быстрая. Все, набирается водичка там. Все, наш гель там вылился уже. Кстати, у меня там еще бэушная. Машинка тоже загружена, но стирать буду не сегодня, наверное. Ну, там она у меня загружена, как видите. Уже белье там, но стирать я не буду сегодня.
Ну, хотя я уже 3 дня не стирала, но не хочу как-то сегодня стирать. Наверное, постираю завтра, либо послезавтра. Вообще, я люблю накопить много белья и стирать как бы по 2 раза, по 3 раза. Вот так вот мне нравится как бы. Чтобы накопить целую кучу и постирать как бы. Вот, все там набирается водичка наша. Гель, кстати, уже, по-моему, вылился, да. Да, пены будет немного, но нам она и не нужна. Сейчас вы сами видите, как она вообще плохо крутит на этой программе. Ну, не знаю, мне вообще не нравится эта программа. Ужасно. Ставлю только, когда мало, очень мало белья. Как бы крутит быстро, но она вот так вот покрутит и остановится. Вот. 3 секунды покрутила и остановилась. Мне не очень нравится. Вот так вот она плюс долго еще стоит. Еще очень мало воды. Нельзя туда колпачок давал, потому что он, скорее всего, я подозреваю, что он как бы не выполоскается, потому что там видно, что там гель остался еще в колпачке. А воды мало, соответственно. Ну, сами как видите, да. Оно так 3 секунды покрутит и остановится, и вообще фиговая программа. Видите, колпачок там, он, видно, что там еще гель остался. То есть не вымылся полностью. Вот это признак того, что мало воды. Вот когда я, помню, стирал, ложил колпачок в бушную машинку, то есть, блин, мне уже надоело ее бушную называть, я лучше ее буду уже своей называть. Когда я, короче, ложил туда, в ту машинку, колпачок с гелем, то он у меня прекрасно вымывался. А здесь... подозреваю это, ну, она воду добавляет, потому что, ну, вообще она в сухую крутит. Добавляется пена. А, ну, вот, вроде бы пена, как бы, видно уже, да. Меня что вообще бесит мне в этой машинке, это качество. Качество ужасное просто во всем. Во-первых, вот этот лоток. Посмотрите, вот так вот. То есть вот так вот он ходуном ходит. Сейчас. Вот, смотрите. Вот иногда, когда машинка отжимает, вот, она вот так вот, прям, этот лоток вот так вот прям дребезжит. Вот так же мне бесит в этой машинке вот именно вот это вот. Вот эта вот крутилка, она тоже вот так вот прям шатается. Это мне вообще не нравится. Из-за этого эту машинку я не люблю. Стекло запотело уже внутри, не знаю почему, наверное, оно уже греть начала. Ну да, на быстрой стирке она сразу начинает воду греть. Почему? Потому что она быстрая как бы. Вот, там колпачок. Ну, если колпачок не это, то я его, чтобы у меня полоскание вот так вот все не испортилось, я лучше колпачок... на промежуточном можно, когда она сольет, поставлю на паузу и колпачок заберу оттуда. Потому что ну, он вообще как бы не выполаскивает, не вымывается внутри гель. Шинка уже пыльная вся, потому что я ей практически не пользуюсь, очень редко включаю. Вон видно, гель еще остался. Хотя я как вижу, он постепенно вымывается, но все равно я хочу его вытащить, забрать.
принципе, она обычно стирает. Хотя, знаете, что я сделаю? Я, наверное, сейчас не буду ждать, пока она вот это будет все крутить. Потому что она еще долго здесь будет стирать. Ну, как долго? Еще минут 20. Поэтому я, наверное, сейчас оставлю на паузу и включу полоскание плюс просто функцию. Полоскание плюс отжим. Ну, а назову видео «Быстрая стирка». Назову видео «Быстрая стирка». Ну, а на самом деле не полный цикл. Я поставлю на полоскание плюс, чтобы она долго не ворочила мне. Слышно. Тэн прит. Сейчас она чуть-чуть нагреет, и я поставлю на функцию, ой, на режим полоскания плюс отжим. Вот. Потому что, ну, эти вещи, они такие, во-первых, это темно, во-вторых, ну, оно такое, как бы, уже, ну, оно не сильно грязно, поэтому стирать его так сильно долго. Ну, да, вот я, слава богу, что колпачок, он практически уже выполоскался внутрь, то есть гель уже, геля почти нету там уже, ну, это хорошо. Следующее видео выйдет с монтажом. Вот я вот так вот решил чередовать. Например, одно либо два видео без монтажа обычных, а следующее видео с монтажом. Вот так вот я буду снимать. Шесть минут. Так, ну все, я ее уже переключу на другую программу, на полоскание плюс отжим. Потому что уже стекло теплое, поэтому я включаю этот полоскание. Так, сейчас. Сейчас у нас это сполоснет, получается. Вот. А поставлю, кстати, суперполоскание, потому что она сейчас будет рывками набирать, это будет долгая история. Вот. Да, такое получится недолгое видео про Samsung, но зато понятно, я думаю. Вот я сейчас думаю, как же мне назвать видео, так как я, как бы, быстрая стирка не полная была. Так, ну, я, наверное, просто назову быстрая стирка и все. Не буду там писать, что там полоскание там плюс ложим, что там еще что-то я переключал, потому что просто назову видео быстрая стирка и все. А колпачок, вот видно, он уже вымылся внутри, поэтому это хорошо. Раз воды сейчас будет много, поэтому это хорошо. Ну, сейчас вот так буду. Сейчас она вот так наберет, покрутит. Я включу отжим, наверное, и так вот. Не, сейчас она покрутит, я еще на одно полоскание поставлю уже с кондиционером, и все. Дальше на лучше. Так вот я буду делать. Появляется. Хотя сейчас лучше еще полоскание поставлю без кондиционера, только потом. Потому что видите, какая вода грязная. Я люблю, чтобы вещи сначала выполоскались от порошка и от грязи, только потом уже обрабатывались кондиционером. Так, все, вот она уже второй раз прополоскала, и сейчас я опять поставлю на полоскание плюс отжим. То есть это уже финальное у меня будет сейчас полоскание. Вот. Так, добавляю кондиционер Lenor. Вот. Вот еще раз покажу, сколько у меня там осталось. Вот, вот там он.
Ну, еще где-то вот столько, вот я говорю, где-то вот так вот. Ну, уже почти месяц, то есть я как бы, ну не месяц, но почти месяц я покупал назад. То есть уже скоро месяц будет, как я купил кондиционер и порошок. Вот здесь там столько порошка. Тарель, это ли народ? Вот, гель я покупал, кстати, Персил еще в этом... еще он тот гель, который кончился, я покупал летом, а этот вот на днях купил. Так, ну все, добавляю кондиционер. Вот столько добавляю, совсем чуть-чуть, так, для аромата. Вот почему чуть-чуть? Потому что, во-первых, там мало белья, во-вторых, это штаны в основном там, поэтому так хотя бы слегка для аромата я добавлю чуть-чуть совсем вот. Вот столько. Все. Так, совсем чуть-чуть. Сейчас финальное полоскание пройдет, и дальше у нас финальный отжим. Ну, я тоже включу на отдельный отжим. Ну все, закончилось финальное полоскание. Вот здесь еще вода осталась, поэтому я включаю отжим. 400 оборотов. Все, старт. Сейчас так засниму немного отжим. Хочу вам показать именно, чтобы вы услышали, как она шумит. Как подшипник, так сказать, шумит. Вот. То есть мне не нравится этой машинке, что вот здесь вот грязь скапливается на резинке. То есть вот видите, прям грязь. На той машинке такого нет. Только на этой. Сейчас она чуть-чуть еще постоит, что-то подумает и начнет уже отжимать. Идеальный расклад. Ой, кошмар. Теперь еще нужно молиться, чтобы она еще отжала. Тоже зараза, сейчас еще будет долго вот это вот крутить. Пожалуйста, остановись сейчас. Он сейчас может начать разгоняться. Может, это тупорье как бы это. Короче, как она разгонится, я включусь. Вот, ребята, нас вот таким вот раскладом пошла на отжим. Вот это, наверное, называю тупорье. Вот сейчас вы услышите звук подшипников. Сейчас, подождите. Вот, слышите? Вот есть такой гул. Не знаю, на камере слышно, либо не слышно, но есть гул. Слышно. Ладно, на этом я буду заканчивать видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот, начинает опять слышаться этот гул. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Желаю всем удачи. Всем пока.